Снег может вернуться в столицу, кстати, уже сегодня. Небольшие осадки синоптики прогнозируют к вечеру. Температура близка к климатической норме. В городе умеренно морозно, атмосферное давление повышено. Медленно отступая на юго-восток, обширный морозный антициклон сегодня будет освобождать место в столичном регионе облачной гряде атмосферного фронта, который медленно приближается к нам с запада. В такой ситуации в наступивший четверг в столице и в Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен слабый снег. Температура воздуха в центре города составит минус 6, минус 8 градусов. По области ожидается от 5 до 10 градусов мороза. Ветер юго-восточный, его скорость будет меняться от 3 до 8 метров в секунду, а атмосферное давление немного повысится и существенно превысит норму. К вечеру барометры в столице покажут 762 миллиметра ртутного столба. Наступивший четверг будет последним в череде морозных и холодных дней, накрывших территорию столичного региона. Уже в пятницу погода будет меняться. В выходные немного потеплеет, а на следующей неделе вернутся морозы. При этом синоптики прогнозируют нам небольшой снег, который будет идти почти каждый день.